Там внизу, Мига, ждет удивительный мир. Ладно, я спущусь. Серьезно? У тебя же есть план? Ну, конечно, есть. А может, планируем план получше? Рад, что мы были знакомы. Мне нужно перевязать ремень. Сейчас туговато. Надеюсь, что веревки хватит. Надеюсь? Мы же не знаем, насколько там глубоко. Все равно другой веревки нет. Раз мы решились, не будем откладывать. Гванги, расскажи ему. Мама! Значит так, дернешь раз ниже, два раза остановка, три поднимаю наверх, четыре раза, значит, ты на земле, и нам можно спускаться. Стой, два раза, что значит? Слушай, это не важно. Твое стоп-слово – мистическое существо. Это целое словосочетание. Крикнешь его, и мы сразу вытащим тебя. А может, просто спасите? Я крикну «Спасите!» Коротко и ясно. У тебя все получится. Да? Ты правда так думаешь? Ну, поехали. Мига! Если ты умрешь, можно я заберу твои вещи? Блин! Прости, когда ты умрешь? Что ты видишь? Ну, пока что я вижу облако. Кругом только облако. Стоп, стоп! А, что это? Все нормально, это была моя рука. Ладно. Все еще облако. Опять облако. Тут полно облаков. Митя, ты тут? Торп! Облом. Облом? Почему облом? Облом. Мистическое существо! Эй, чудики, вы что тут делаете? Что это? Ну, это ветер. Что? Да, тут часто слышатся странные звуки. Мистическое существо. Хватит! Вы странно себя ведете, мне это не нравится. Странности — это странно, ясно? Мне показалось, я слышал писклявый голос Мига. Где он? Да зависает! Честно, у нас нет ни малейшего представления, где он находится. Сколько раз, чтоб наверх? Сколько раз дёргать? Что-то здесь не так. Мне нужно подумать. Что-то не складывается. Да, и не вычитается. Вы пойдете со мной. О, нет. Веревка явно коротковата. Ребят! Ребята! Ой, кошмар. Вот это да! Ничего себе пустота! Да тут настоящая красота! Какой же ты симпатяга! Привет, дружок! Ай! Нет! Нельзя же так грубо! Я научу тебя манерам! Получай! Да! Беги, малыш! Беги, беги, ты свободен! О, сверкающая летучка! Small food?